друзья, мы приехали в центр Батуми на набережную. Смотрите, какой красивый корабль. Настоящий Ахтиар Батуми. Красивый? Красивый. Сейчас все вот эти здания ночью так красиво подсвечены. Погодка у нас супер, теплый, теплый осенний вечер. Девочки хомячат какую-то гадость. Ладно, орешки, орешки. Ой, там корабли ходят. Ахтиар. Давайте я сфоткаю. Смотрите, ночью ловят рыбу. Интересно, там что-то клюет? Клюет? А? Клюет? Вот, вот, профессионал ой. Там стоит. Ой-ой-ой, маленькую ленькую. Ой, боже, профи. А как называется эта рыба? Ставридка. Ставридка, супер. А как вы понимаете, что она у вас клюет? Дергает? Да. Ясно, спасибо. Ублюдок ставридки. Второй корабль, Тамара 2. А что это? Буксир? А, это буксир. Тамара 2. Тамара 2. Тамара 2. Ой, вот этот маленький тоже буксир, Вов? Посмотрите, сколько рыбаков сидит. А, это, наверное, пилот эти, спасатели, да. И все рыбачат. Слышь, ночью, Вова, приходишь с работы и ночью закидываешь удочку. Ну, так прям... Думаешь, у них ничего не светится? Они дергают тогда это. Ой, какие корабли, да, вот по-особенному. Манят по-особенному. Кадет. Там каюта. Не каюта, а там кто-то спит. Кто-то спит. Здесь такой этот Забич. Тут стоят яхты. Проходили, спрашивали, сколько арендовать яхту. Сказали 20 лари. Потом чуть-чуть отошли и говорят, ну хорошо, давайте 10. Я говорю, Ксюша, наверное, они просто не увидели, что мы без мужчин, потому что мальчики шли сзади. Уже были готовы за 10. Красивые яхты такие. Смотрите, это здание, оно полностью алфавит. Там все буквы ихнего алфавита. Это одна из достопримечательностей. Это колесо обозрения. И вон ихняя знаменитая статуя Нино. И кого-то еще я забыла. Но эти две статуи, они движутся вообще-то. Сейчас они выключены. А так они движутся друг сквозь друга. И, короче, ну, не пересекаются. Пересекаются, но не соприкасаются друг с другом. Задумка такая интересная. Жаль, она сейчас выключена. А вот смотрите, какой красивый корабль. Короче, мы ходили, нам начинали цену выставлять 60 лари за всех, дети бесплатно. 60 лари это на наши 480 гривен. Потом нам предлагали за 40 и самая минимальная цена 30 лари. 30 лари умножаем на 8, это 240 гривен прогулка на яхте. Но мы решили пока ночью не ехать, а приехать сюда днем и прогуляться.
Жаль, выключен этот памятник. Они соединились, а мы пропустили. Они, наверное, замедленно, да, крутятся? А если повезет, то мы увидим с вами стаю дельфинов. Наш экипаж подарит вам отличное настроение и даже разрешит сделать классные фотографии. Да, они движутся, только очень медленно. Добро пожаловать на борт, друзья. Ань, смотрите. Мы уже скоро отправляемся. Путь с левой стороны. Что она говорит? Ну, конечно. А что ты говоришь? Что ты говоришь? Что говоришь? Розочка. Ненавидит, когда меня... А, не любит. Пожалуйста, тетя, прости. Тетенька, стери обратно. Хорошо, стираю. Спасибо. Подойди вон к дяде в белой рубашке. Я обязательно, да. Это все дам все не было. Лайнеры в океану сидят и живут на севертациян турпы. Kőszásról a bagetjébat tátkabot és sávíz visszatot, pátszomot, árasra ulebrő visszédebi. Gyakizáltatok! Такие фонтанчики везде. Очень, кстати, вкусная вода мы пили. И вообще они пьют воду с-под крана. Мы тоже пробовали, довольно-таки вкусная. Yeah.